В эфире «Мобильный репортер». Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что, по вашему мнению, достойно внимания, прямо сейчас на телеканале «Татарстан-24». С вами Артем Захаров. Здравствуйте. В казанском поселке Осиново загорелся микроавтобус. Сообщение об этом появилось в соцсетях в этот вторник. Пылающую машину сняли жители поселка. Отойди, взорвется, отойди. Нагнусь, я слышу. Отойди, взорвется, родные. На момент подготовки этой программы о том, есть ли пострадавшие, и о причинах инцидента не сообщается. Отойди, взорвется, отойди. Нагнусь, я слышу. Отойди, взорвется, родные. Серьезная авария в Нижнекамске попала в объектив видеорегистратора. На одном из перекрестков города водитель «Лады» 10-й модели при повороте налево не уступил двигающейся прямо иномарке. В итоге «Лада» ударяет ее в бок. При этом иномарку занесло, и она ударилась колесами о бордюр, из-за чего перевернулась на крышу. Несмотря на серьезные повреждения, авто обошлось без жертв. Есть пострадавшие, но их жизни ничего не угрожает. А тем временем дождливое лето продолжает преподносить казанцам неприятные сюрпризы. Чаще всего именно местным водителям. Дороги города то и дело затапливает. На многих улицах ливневки забиты, а на некоторых и вовсе отсутствуют. Из-за чего такая картина стала уже обыденной. Также казанцы снимают вот такие ролики, когда вода, откинув тяжелую крышку люка, в буквальном смысле бьет из-под земли. И в продолжении темы непогоды. В Казани из-за сильного ветра в одном из дворов на припаркованные машины упало дерево. Обошлось без пострадавших, однако сейчас непонятно, кто заплатит за поврежденное авто. Ведь машин, застрахованных от таких вещей, немного. Сейчас водители будут искать виноватых, но, как правило, это не так просто. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». С вами был Артем Захаров. До встречи!